проснулся. Эй, эй, хорош ворон считать. Надо провести его в город, пока комендантский час не настал. Успокойся, парень. Нам нужно довести его до часовой башни, и все будет шито-крыто. Куда телегу везете? Aston Market. Parlavo con te, pezzo di merda! Su! Muoversi! Чертовы попрошайки! Я прям по старой страже скучаю. Больно. Мрак совсем людей одолел. Везде, кроме Олдейла. С этим надо что-то делать. Да на нас им всем начхать, парень. Ты это скоро поймешь. Его волнует только прогресс. Вот тебе нужно еще больше этих чертовых труб. Эй, там на ящике! Хватит! Хватит? Это ведь не еда для голодных, не лекарство для больных. Эй, ты! Думаешь, тебе хорошо, потому что твоя работа... Ковырять дерьмо для богатых? Барон на каждого набросит петлю, но грядут перемены. Орион изменит наш город. Барон сгинет в огне. Увидите! Видите? Они боятся правды! Не высовывайся! Эй, ты! С кем это ты говоришь? Беги! Стоять! Башня. Надо все обдумать. Не дай ему уйти! Я тебя догоню, мрак! Не догонишь. Нас никто не догонит. Давайте немножко осмотримся, куда нам здесь идти. И флягу мы прихватим. Смотрите, вот там вот сверху, на этом ящике. Видите, что-то лежит. Шестеренки. Неплохо. Превратим их в деньги. Так, и нам сюда. Ну, понятно. Хилочка. Так. Поехали. Да, друзья, это всем нам знакомая миссия Блокада. Из недавно вышедшего трейлера мы их видели. Слушайте! Слушайте! Ворота предателей закрыты до утра по указу барона! Наверное, потому я и не поеду. Чтобы бедные не лезли туда, где им не место. У нас и без мужичья. Эй, эй, ты! Ты куда это направился? Блокада! Закрыв город, мы не остановим эпидемию мрака. Мы сидим на крышке гроба. Сидим? Нам за это платят. Стража закрыла Стоун Маркет. Но простой замок меня не остановит. Люблю слушать диалоги, из них можно узнать много интересного. Давайте посмотрим, что у нас там. Интересно, нам дали возможность сюда спуститься. Может, тут что-то и есть. Опа-опа-опа. Чуть не заметил.
Ну, вроде как ничего нет, можно только украсть у него там что-то кошелек. Но я думаю, мы не будем этим заниматься и двинемся дальше по миссии. А наша миссия, я напомню, это пройти через баррикады. Тут нас ждет патологоанатом. Так, не заметил он нас. Ну, мы в принципе в темноте, он нас и не видит. Возьмем бутылку на всякий случай. Если что, розочку сделаем. Чертова бутылка, наступаю на другую. Вижу там забраться, давайте сейчас схватим здесь. Ты помог мне протянуть. А, это охотничий стрелок. И полезем наверх. Осмотримся сверху. Сверху всегда лучший обзор. Опа. Господи. Здорово, еще стрел нашли. Тут там все блюет. У него вон есть кошелек, вижу, и нам можно забраться вот сюда. Но без кошелька я отсюда не уйду. Давай, слезай. Вот так. Сейчас мы свистнем у него кошелек и отправимся на миссию. Вот так. Что у него не густо было. Совершенно не густо. Думал, у него будет хотя бы монет 10, а у него всего 3. Вот нас тут что-то ждет. И куда? Ну, вниз. Да-да, вниз. Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Так, очередной взлом. Я так понимаю, у нас их будет просто огромное количество. И тут я немножко оплошал. Так. За дверью. Давай, Гаррет, поднимай. Слушайте, слушайте! Двор каменотесов закрывается на ночь! Проход закрыт! На что ты уставился? На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую ораву голодных. Смотри, не подхвати совесть! Эта маска выглядит интересно. Вот этот момент, друзья, мне очень напомнил игру Dishonored. Прям вот такие же колонны сбоку висят. Их символика. Моргают и моргают. Кто-нибудь починит эти уродские штуки. Ищи мастерового, которому не переломали пальцы. Сейчас мы вниз спустимся и пойдем посмотрим, как тут обстоят дела. Так, очередная бутылка. Ну, пока мы никого отвлекать не будем. И заберемся, пожалуй, наверх. О, да, посмотрите, сколько здесь уже всего. Еще стрелы, и это очень хорошо. Пока, конечно, они нам не пригождаются, но я думаю, в будущем на них будет спрос очень большой. Где-то здесь еще что-то было. Вот. И заглянем сюда.
Посмотрим. Но здесь ничего нет. Да, ничего. И давайте посмотрим, что в этом переулке. А вдруг что-то интересное. Вроде ничего особого. Так, там у нас тоже тихо. Ну, давайте сходим. Посмотрим, куда мы попадем. Дверь закрывать, наверное, не стоит. Тут вентиляционная шахта у нас какая-то. Сейчас мы, наверное, в ювелирный... А, нет. Это что, двор каменотесов? Так, что у нас тут чисто? Я понял, друзья, мы с вами пересекли улицу. Похоже, что пересекли улицу просто по низу, под тем местом, где как раз таки вот бродили два стражника. Давайте заберемся и посмотрим более точно, там ли это. Ну да, да, вот мы с вами появились с другой стороны. Но сюда мы спускаться не будем. Пойдем посмотрим, что с задней стороны находится. Уж больно интересно. Да, печальная тут обстановка. Все болеют. Очень мрачно. Так, давайте сюда залезем. И вот веревка заветная. Не все окна, видите, возможно забраться и заглянуть. Может, дело в том, что мы на миссии пока что. Давайте выключим свет для начала. А теперь уж и залезем наверх. Но нет. Так, увидел, да, там заначка чья-то, он блестит. Тут смирно спит стражник. Наверху вроде все. Надо посмотреть, как этот стражник себя дамочка ведет. Моя кровать бы не остывала. Он ходит, видите, ходит по кругу. Красота-то какая. И это нам на руку. Но сейчас мы сюда не будем спускаться, пойдем, давайте посмотрим, что вот здесь, а потом пойдем оберем вокруг того стражника всю дребедень, что можно. Там, конечно, вижу, что-то мигает, но спускаться не хочу туда, и думаю, не стоит. Так, кто сказал? Непонятно. Давайте отправимся к нашему спящему принцу. Как там его женушка? И обчистим его карманы. Давай, слезай, Гаррет. Ну? Что-то не хочет он слезать ни в какую, прям вот. Ну давай. Слушайте, ну бесполезно. Жму кнопки,
Да. Ну, видно, глюк какой-то. Сейчас попробуем. Уже давай, Гаррет. Сюда. Куда-нибудь слезь уже. Ну. Ну, наконец-то. Я уже потерял всю надежду. Спит. Так, надо тушить свет сразу. Плохие времена. Я вот не понимаю, у них есть электричество? Или как работают эти лампы? Если это у него на витрине, что же под замком? Под каким замком? Ну-ка скажи, где замок? Так, а вот и замок. О, здорово. Взломчик. Слушайте, ну... Ай. Что происходит? Опа. Мне показалось, или кто-то двигался? Какой-то идиот сюда все-таки сунулся? Да-да-да. Слушайте, ну... В темноте удалось уйти. И это здорово. Но там взлом, скажу, не такой уж и простой. То есть я попытался быстро повернуть этим стиком, а оно просто как бы исчезло. Так что давайте осторожно сейчас. Случись революция, можно было бы заработать. Взломаем этот сейф еще разок. Этот спит. Оглушать мы его не будем, вот здесь еще, видите, на полках. Вроде тут все. Ну, еще разочек бы. Давайте. Вот-вот-вот. Видите, как она быстро исчезает. То есть там достаточно слегка сдвинуть куда-то, и оно сразу пропадает. Ну уже, давай. Вот. Ну, есть. И еще. Ну. Нет. Давай. Отлично. Осталось две. Теперь я понимаю. Думал, эти взломы будут легкими. Нет. Разработчики продумали. И это здорово. Так, отлично. А тут у нас монетки и трофей. Это я возьму. Да хватит на него любоваться. Дома будешь любоваться. Ну что, куда мы с вами отправимся дальше? Надо найти этого парня, который там ходит. Ну, где ты? Ну, я думаю, давайте сначала вниз сходим и напоследок оставим эту самую сочную комнату с витринами. Кузен, это письмо наверняка пополнит груду неотправленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. Сейчас мы его оглушим. Печать еще не готова. Однозначно оглушить, как бы с ним тут... Играться нет смысла. Спина совсем. Кто сказал? Ну, я так понимаю, это стражники, которые ходят на улице. Сейчас потушим весь свет, чтоб если кто-нибудь зашел,
то нам здесь было проще скрыться. А теперь можно и оббирать. Что у него тут в карманах? Нормально. Ну что, уже почти 400 у нас. Есть хочется. Письмо Лайгрова. Так, ну вы видите, да, цифры 7, 3, 9. И это пароль у нас от сейфа. Тут вроде ничего нет. Туда мы не пойдем, это выход на улицу. А вот тут у нас спрятан сейф. Давайте найдем кнопочку потайную. Вот же она. Итак, что у нас там? Так, переключать. Ага, это не та кнопка. 7. Тут у нас 3. 3, да. И 9. Отлично. Замерзаю. Она экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Опять же, вдруг на бал позовут. Пора и честь знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Нужны стальные яйца, чтобы гулять в наши дни по улице. Сейчас мы с вами, друзья, как раз отправимся в ювелирную комнату. Попытаем счастье там. Только найдем этого стражника. Ага. Ненавижу это ублюдочное птицу. Сходит с ума от каждого шума. Значит, в доме есть птица. Давайте, пока он там, мы тут поищем по ящикам и взломаем кассу. Только осторожно. Так, ну нам пора уже двигаться в эту сторону. Да. Тут мы потом посмотрим все. Сейчас посмотрим, как он нас тут. Ну, мы с вами находимся в тени, и он нас совершенно не замечает. Давайте с этого ящика повытаскиваем все драгоценности. Так, третий там пустой. Да. Посмотрим, что здесь. Как же громко храпит этот стражник. Наконец-то. 400. Ох, сейчас мы здесь наберем. Тоже пустой ящик. Здесь еще можно хватать и хватать. Ну вот, смотрите, даже не прячась, он нас особо и не пытается заметить. Скрываем замок. Это совсем простенький замок. Видите, легко его удалось открыть. Я заболел. Сейчас он отойдет, и мы там все соберем. Здорово. Давайте проверим. Нет, все-таки пустой. А он такой, главное, смотрит туда и не видит, что их уже нету там. А давайте посмотрим, среагирует. Опа. Да-да-да. Кто это сделал? Среагировал. Ну давайте его оглушим тогда. Чтоб он нам уже не мешал здесь. Сейчас с карманов у него заберем все золотишко.
и дограбим оставшиеся. Так, и у нас осталась одна витрина. Да-да-да. И еще есть ящики там, где мы вскрывали замок с маской. Это подделка Лайкова, но подделка высшего класса. Она дорого стоит. А ее продадут потом, как настоящую, небось. Эти жуки, они такие. Так, еще вот с этой стороны мы не посмотрели. Вот такие же ящики витринные. Ну, отлично. Здесь все. За картинами ничего нет. И самое время отправляться наверх. Так, а где у нас выход-то наверх? Ага, вот лестница. Ну вот он и подъем. Так, ну в этот раз Гаррет слез без проблем. Так, ага. У нас тут еще один спящий принц. Мы его постараемся не тревожить. Тушим лампочку. Олдскульную. И начинаем воровать. Хрипит там. Вот я думаю, наверное, здорово было озвучивать такие моменты в игре. Ага, вот и птичка, я уж и забыл совсем про нее. Так, видели, там пошла женщина. Так, что-то пустые ящики какие-то. Монетки наверху лежат так красивой стопочкой. Сейчас мы их прикарманим. Так, тут ничего. Девушка, позвольте ваш кубок. Ну, она вроде как бы по сторонам не смотрит, так что рискнем. Да? Да, рискнем. И аккуратненько уходим. Так, не забыть, тут птица. Сейчас мы аккуратно. Пусто, пусто, везде пусто. Ну, не везде. Но мало как-то товара. Прилягу поспать. Выйти забыл. Так, ну что, нам осталось... Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. Да сейчас мы тут все проверим и выйдем уже отсюда. И у нас осталась последняя комната, в которой мы не были. Как мы видим, это ванная. А в ванной можно взять что? Что это? Расческа, правильно. Серебряная расческа, друзья. Ну, вроде все. Да. Фокус нам ничего не показывает нового. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Странное чувство. Ну и сразу же другое жилище. Так, эта дверь нам недоступна.
Что-то тут как-то ничего особого нету. В шкаф мы лезть, конечно, не будем. Выходим. Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как днем. Или так дымило, что стало совсем темно. Не помню. А я читал, что раньше город страшно вечно воевал. Читал, да? Так, давайте за ним. Не шутишь. Клянусь, о, пожалуйста, сэр, пожалуйста. Того и гляди, обделается. Вам обязательно здесь кричать? Думаете, у нас много времени на сон? О, простите, что приказ, капитан. Идите говорить под окно той мамы из Личварника. С такой ложной, что даже чесальчики побрезгают. Попробуйте ее рассмешать. Стопните от брака! Сделайте всем одолжение! Берегите! Она пошла за ночным горшком! Да, было бы, конечно, забавно, если бы она их нужником облила. Как у них поблескивают кошельки. Они ноют насчет военного положения. А что же неприятно? Мы заперли ворота, птица. Сейчас мы у них обворуем. Ну давай, Гар. Говорят, старого, как бишь его там, скосил враг. Отлично. Да, так ему и надо. Супер. И сразу наверх. Я понимаю, вот можно на них скинуть. Но мы не будем этого делать. Пусть лучше они не догадываются о нашем присутствии. Меньше знают, крепче спят. Видимо, вот сюда наверх.